период пандемии коронавируса в Одинцовском округе особое внимание уделяется качеству работы амбулаторного звена медицинских учреждений. Эта тема стала одной из ключевых на еженедельном совещании в Звенигороде, прошедшем в рамках выездной администрации. Среди основных вопросов – количество терапевтов, доступность записи к узким специалистам, разделение потоков. Глава муниципалитета поручил главному врачу Одинцовской областной больницы Андрею Фадееву разобраться в ситуации, сложившейся в детской поликлинике. Жители жалуются в соцсетях на то, что прием здоровых и больных детей ведется в соседних кабинетах.